Сегодня расскажем об истории микрорайона Садовый. Само название «Садовый» появилось на слуху горожан только в середине 70-х годов. А до этого все знали другое – Коноваловские пашни. Жил в этой местности некий богатый мужик по фамилии Коновалов, который сеял здесь ячмень и рожь на продажу. Это было еще в конце 19 века, и уже потом, через много лет, когда не стало прежнего хозяина, название сохранилось. На месте нынешних высоток стеной стоял нетронутый лес. Жители частного сектора собирали в нем белые грибы, а воду брали на ключики. Было это сравнительно недавно. После Великой Отечественной войны завод имени Молотова, так тогда назывались мотовилихинские заводы, начал застраивать эти земли. Директором завода тогда являлся Абрам Быховский, который стал инициатором строительства жилого поселка. Дома были в основном частными. Свои огороды стали огромным подспорьем для истощенных военным голодом людей. Старожилы помнят, что поселок долго назывался именем Быховского. Ну а садовым он стал в середине 70-х по названию Мичуринских садов, которых здесь было великое множество. Интересное рядом, обратите внимание.